Антипасха. Здравствуйте, мои дорогие! Я дед Еремей. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Иисуса Христа, Господа нашего. А знаете ли вы, что такое Антипасха? Антипасха – это первое воскресенье после Пасхи. Называется так потому, что она как бы обновляет радость праздника Пасхи в восьмой день, символизирующий вечность. Называется также Фоминой неделей, воспоминание явления воскресшего Иисуса Христа апостолам и утверждение в вере апостола Фомы. Этот праздник открывает собой период после Великого Поста, Страстной и Светлой Седмиц, когда начинает совершаться таинство брака. Вот так вот, дорогие мои. И помните, мир освещается солнцем, а человек – знанием. Да храни вас Бог!